Східний напрямок найважчий – це, звісно ж, Покровськ-Курахове. В першу чергу по Курахівському напрямку 46-та аеромобільна бригада наша повідомила, що за останню добу ворог дуже активно, знову ж таки, застосовував техніку. Вони роблять це періодично, і вони використали цього разу 54 одиниці в напрямку на Курахове. Наші оборонці цю атаку відбили і ліквідували чимало техніки. Технику они используют только на коротком плече, там, где можно ее подвести и отвести, если произошла какая-нибудь, ну, мягко скажем, внеплановая работа. Почему они не используют технику, допустим, на Покровске, в районе Селидово, ну, в больших количествах, по крайней мере, большое плечо поставки, очень сложно это организовать. А вот, допустим, со стороны Донецка на Марьинку и дальше на Курахово, здесь проще, намного проще. Логистика, очень хорошие ракадные дороги. Вот идет дорога от Донецка до Волновахи, дальше на Мариуполь. И железная, и шоссейная. Вдоль нее можно перебрасывать войска вплоть до Угледара. Ну, то есть от Курахова до Угледара. Потому весь этот восточный участок этого фронта, он под давлением в том числе и российской техники. То есть, но мы это знаем прекрасно, то, что где они могут использовать, это законы введения боевых действий. Естественно, тут же, как только они начинают двигаться, их накрывают FPV-дроны, то есть ждут уже практически FPV-дроны и артиллерия. На это направление уже наконец-то начали давать, ну, еще не максимал или там не номинал от требования, но уже начали увеличивать поставки боеприпасов. Именно ими как раз и уничтожается эта техника. Иногда в колоннах действительно до полусотни боевых бронированных машин, десятки которых остаются на поле боя уничтоженными нашими минами и, естественно, нашей артиллерией. Артиллеристы, боги войны, работают как боги. Пане Романе, якщо брати північніше, це вже безпосередньо українські, де найактивніші бойові дії тривають. От якщо ми глянемо, за останні 24 години наші сили оборони відійшли від Галицинівки. Ну і загалом зменшили, я так розумію, ризик оточення. І це найкращий, якщо можна так сказати, відхід, який можна було б організувати на даному етапі ведення бойових дій. Ну, самый лучший снижение риска окружения, так это отойти за Днепр. То есть взять все, бросить, отойти за Днепр на правый берег, и там сложно будет как-то окружить. Опять надо будет заходить со стороны Беларуси россиянам. А если реально, то есть по этому направлению, почему отходим? Да потому что россияне в районе Украинска сейчас проводят дальнейшие операции по выдавливанию наших войск в сторону Курахова, пытаясь замкнуть это кольцо окружения. А значит, противодействия в районе Украинска никакого нет. То есть как-то еще останавливаем их там в районе Георгиевки под Курахово, а вот направление в сторону Украинска, Горняка, то есть там довольно-таки сложное. Так смысл тогда отходить, если можно было бы, конечно, срезать эту клешню, которая... Ну, у россиян там тоже большие проблемы. Любое вклинение, в конце концов, может вызвать удары фланговые. И вот этих фланговых ударов-то как раз и нет. Мы просто принимаем решение на отход. А значит, не принимают меры, Генштаб не принимает меры к оккупированию этой ситуации на данный момент. Мы уже неоднократно говорили. У нас больше сотни тысяч внутренних войск, штурмовиков, готовых практически с оружием. Я не говорю уже о 50 тысячах ТЦКшников, на бусиках. Да не бусиками только, если бы собрали со всей Украины бусики, могли бы закидать эту клешню. А в это время носятся по стране, как оголтелые. Вот куда их надо направлять. Под Украинск. 50 тысяч ТЦКшников на бусиках срезали бы эту клешню под Украинском. И не надо было отходить бы из-под Галициновки. Почему? Потому что остается... Довольно-таки хороший вариант потом отсечь эту Покровское вклинение с юга, со стороны Карловки, с Галициновки на Карловку и обратно вверх на север в сторону Очеретина. Это подрежется практически вся эта клешня, которая сейчас выступила на 30 километров в сторону Покровска. Ну, а если мы отходим, мы просто лишаем возможности к дальнейшим такого рода операциям, это значит сдаем часть Донбасса. Вот здесь вопрос уже к нашему военно-политическому руководству. Все хорошо, очередные формулы, планы и так далее и тому подобное.
хорошо, хоть уже план победы придумали, а не формулу мира прошлогоднюю. Это ж надо было додуматься во время контрнаступательных действий, бегали по всему миру с формулой мира. Мозгов нет напрочь, абсолютно. Или наоборот, есть, только это уже злой умысел. Опять вопрос контрразведки. В этом году уже хотя бы подняли вопрос о плане победы. Хоть план победы более-менее. Но пока до этого плана дойдет, вот здесь потеряем не только Галициновку, потеряем вообще это вклинение, уже наше вклинение в районе Невельского, которое даст возможность россиянам в конце концов завершить наступательные действия, выдавив наши войска из-под Курахова и под Угледара. А потому вот сюда надо обращать внимание. Штаты – это хорошо, надо использовать эти все моменты, особенно в режиме информационного посыла. Но победа куется на поле боя. И недостаток личного состава профпригодного и мотивированного, а именно эту профпригодность и мотивацию угробили эти канцелярские крысы у мира сотоварищей, практически остановив как таковой рекрутинг, не организовав рекрутинг прямой в бригады, а остановили через рекрутинг в ТЦК практически, саму идею и практически ее угробили рекрутинг как такового. Значит, тогда становиться самим надо в строй, раз мозгов не хватает, взялись за дело, которым вы не разбираетесь. Становиться самим в строй, ставить внутренние войска в строй, ставить своих подчиненных, ТЦК, это подчиненные Умерова, Министерства обороны, политиков ставить в строй, повесили амбарный замок на Верховную Раду, Рада закрыта, все ушли на фронт. И под Украинск, Украинск это наш город, еще и название такое, менять не надо, по крайней мере, там же ж великое дело сделали, заменили название, хорошо, хоть украинск не поменяли, но вот теперь в полном составе вот его защищать, украинский город Украинск. Но этого никто не делает, вот где вопрос. Значит, из этого следует, что просто конкретно сдают часть Донбасса на данный момент, а сдача этой территории приведет, в конце концов, к потере всего Донбасса. Спрашивается, кто такую задачу поставил? Вот те, которые контролируют войну, о которых мы вначале говорили, турки, что ли, задачу через Умерова поставить? Пане Романе, також по допомозі екстрений є пакет від Німеччини на суму 400 мільйонів євро. Серед іншого там є 22 танки «Леопард А1», це старіше, ніж А2. Також там згадується про 12 САУ «Панцер-2000», але я так розумію, це саме ті, які 6 будуть в цьому році, а 6 в наступному. Ну, старший не значит лучший. Старший в этом смысле, конечно, значит, это первые еще, ну, зачатки, можно так сказать, леопардов нормальных, хотя его использовать можно в качестве просто пушки, то есть неплохая пушка, которая довольно-таки точное немецкое качество, всегда в этом смысле славилась, потому в качестве пушки эту машину использовать можно. Два десятка танков, это две роты танковых, в принципе, они могут усилить два батальона какой-то из бригад. Это немного, но тем не менее это то, что нам сейчас, ну хотя бы в таком виде усилит некоторые наши направления. Немцам, конечно, за это большое спасибо. Они участвуют в процессах, как бы там кто о Шольце не отзывался, у него тяжелая политическая сейчас, тяжелые политические проблемы, он пытается удержаться и управлять процессами, но делает, то есть именно в действиях, здесь упрекнуть, конечно, немцев не в чем, то есть поставляют все, что могут поставить на колеса, на гусеницы, нам передают, и было бы больше, конечно, было бы лучше.